Виват Победа! В Актобе прошел конкурс «Патриотическая песня». Так педагоги, школьники и студенты решили отметить 70-летие Великой Победы. На первом этапе звучали песни военных лет, а уже следующим этапом стал отбор лучших исполнителей. Отмечу, что участие в песенном состязании приняли 20 учебных заведений области. С районов приехали подготовленные в костюмах, соответствующих данной тематике. Это очень радует. Цель нашего конкурса – это воспитание патриотизма у молодежи, а также любви к родине, и чтобы молодежь знала историю нашу.